Всем доброго времени суток, с вами Артём, это вторая серия прохождения Skyrim за Артемиду. Мы с вами находимся в поселении, как что называется там, Морфол. И здесь происходят очень странные вещи. И первое задание, которое у нас тут есть, это, собственно говоря, вечный покой. Жена и ребёнка погиб в загадочном пожаре, сразу после дела. Нужно поговорить с Ярлом зачем-то. Ну окей, давайте мы поговорим с Ярлом. И выясни, в чем вообще тут дело-то. Как такой пить хочет наша главная героиня? Что-то очень много хочет пить она все время. Воды не напасешься. Блин, 5 золотых стоит воды-то. Это, наверное, просто много бурдю. Может, я еще не нашел тут ни кузнеца, ни кожевенника. Может, можно делать из кож или из шкур эти бурдюки. Так, Ярл, давай-ка мы с тобой поговорим. Узнаем, в чем вообще причина, чего у тебя тут творится в твоем городе. А женщины здесь? Ты нервничаешь, Горм. Итак, судьба привела тебя в Морфол. Да, и ко мне. А уж зачем? Это мы потом поймем. Можешь не сомневаться. Да? Добро пожаловать. Окей. Говорят, что ты ищешь кого-то, кто расследовал бы недавний пожар. Пожар в доме Хрогора? Его жена и дочь погибли в огне. Теперь мои люди думают, что это место проклято. Что я могу возразить? А что говорит Хрогор? Хрогор винит свою жену в том, что она пролила медвежий жир в очаг. Но многие думают, что он сам поджег дом. А зачем ему так поступать своей семьей-то? Похоть может толкнуть на жуткие поступки. Пепелище еще не остыло, а он уже обручился с Алвой. Мало того, Алву мы видели, и она флиртовала вообще с другим мужиком. На основании слухов и сплетен? Нет. А вот ты, чужак, можешь попытаться узнать правду. Угу. Осмотри пепелище, к которому остальные даже боятся приблизиться. Я там был. Расспрашивай местных. Если ты докажешь его вину или невиновность, я награжу тебя. Угу. Так, узнать больше о сгоревшем доме. Еще какие-то есть проблемы в Орфоле? Неведомое всегда вызывает неуверенность и даже страх. Тут нечему удивляться. Некоторые боятся нашего нового мага. Но они его примут, когда узнают получше. Время докажет. У вас есть маг, мне надо с ним поговорить. Мне надо с ним поговорить. Так, пока ничего не удалось найти. Тогда не отрывай меня от дел. Оторву потом, попозже. Поговорить? Ну давай поговорим с тобой. Я делаю все, чтобы Идград не тратила время зря и могла заниматься тем, что действительно... А, так... это, кстати, ты там народ собирал. О чем вы спорили? А, мы привлекли к себе внимание, да? Угу. Последнее время в Морфоле неспокойно. Люди тревожатся, они утратили уверенность. Им нужен Ярл с твердой рукой. Это то, что люди надеялись здесь найти. Тихую жизнь в тихом месте. Угу. Вдали от городского шума и тревог. А теперь кое-кто беспокоится, что этот колдун Фолеон все испортит. Да что вы сразу все на колдунов-то? Нормально он мужик будет, сейчас с ним побазарим. Ходят слухи о восстании против Империи. А ночами с болот доносятся странные звуки. И потом эта трагедия в доме Хрокгора. Людям просто нужны слова утешения, что все будет хорошо. Еще из болот что-то какие-то... эти... Работаю. Бармена спрашивают. Так, у кого еще что можно спросить? Легиону всегда были нужны сильные и умелые воины. Ну ты навряд ли ты нам будешь легион баллотировать, разговаривать. Сомневаются, не так ли? Купить имперский легион. Нет, подождите. Просто... я не буду лезть в политику. Они не видят того, ты что кто? Я вижу, а я не могу. В этих стенах ты будешь относиться к Ярлу Идград с почтением. Ты с почтением, конечно, про проблем. Не сомневалась, дорогой. Тогда все хорошо. Славного денька. И все? Ладно. Ребенок, что ли? Это что, спитинка? Какая? Так, давайте еще раз просмотрим попелище. Во-первых, наденем капюшон. Точнее, не капюшон, а наш шлем.
Что-то, видимо, я упустил. Он говорит то, что она пролила жир, и он вспыхнул. Типа, не виноват. Давайте еще раз. Только не надо сейчас мне тут грозу, молнии и прочее. А где маг-то? Подожди, здесь какой-то маг еще живет. И что-то все против него. Я тут был, но я ничего не видел. Опа, призрак. Кто там? Это ты, отец? Девочка. Я Хельги, но папа говорит, что мне нельзя разговаривать с незнакомцами. А ты незнакомец? Я проснулась от дыма. Было очень жарко, мне стало страшно, и я спряталась. Потом стало холодно и темно, и мне больше не страшно. Но мне грустно одной. Ты со мной поиграешь? Ну окей. Ладно, давай сыграем в прятки. Давай. Если ты найдешь меня, я тебе все расскажу. Окей. Только мы должны дождаться ночи. Другая тоже играет, а она выходит только ночью. Какая другая? Я не могу сказать. Она может услышать. Она совсем близко. Если ты отыщешь меня раньше, я все скажу. Окей. Узнать больше даже знать Хели после наступления темноты. Да? Окей. Ну давайте. Так, сейчас час дня. Это мне надо. Это час ночи. Вот, в 12 ночи. Да? Я нажрать захочу. Давай-ка мы вот так 5 часов сначала подождем, потом поедим, попьем и там уже до ночи. Хотя нет. А, да, хочет наша главная героиня. Так, ну мы что съедим? Мы хлебушка, козьего сыра, зеленое яблочко и все это венцом. Чуть-чуть хочет пить, но это не беда. Так, давай теперь, это сейчас 6 вечера. Вот 6 часов. Пол первого ночи. После полуночи все призраки как раз вылезут. Чего? По-прежнему. Что я должен сделать? Темнело как бы, нет? Ирася, красотища. Так, еще раз читаем. Найти Хельги после наступления темноты. Как я это должен сделать? Какой-то магии применить, заклинание? Где она? Так, ну-ка. Мы, ничего мне не показывает, никаких маркеров. Это наступила темнота или нет? Ну да, сейчас после полуночи же, да? А, час ночи. Просто из-за северного сияния так светло, из-за белого снега. Где я должен искать-то? Какая-то еще другая должна появиться, она сказала. Непонятно. Маркер не стоит. Хотя бы примерно в какую область-то мне бежать? Болото. Я отключил, а оно все равно работает. Странно. На болоте я должен ее искать. Да нет, мне кажется, около дома где-то должен. Почему маркер не поставился? Где мне ее искать-то? Опа. Не стоило сюда приходить. Ты кто, блядь? Лолета вампир? За хрень вообще? Какая еще Лолета? Я девочку призрака искал.
тут сейчас был нежданчик. Эти вампиры тут живут какие-то. Забытые маги древний лич. Вызывает древнего лича на 60 секунд. Теперь есть не девки дрищут. Че я еще там подобрал с нее? Так, по броне. Это лучше, чем у меня, да, но у меня увеличивает здоровье, вот в чем дело. Надо убрать вампирские сапоги. А они лучше моих, давайте их наденем. И остальное все то же самое. Так, что за заклинание, подожди. Магия. Вызов древнего лича. Цена 194. Во-первых, у меня не хватит, как его, манны его вызвать. Потому что у меня всего 110. Окей. Так, а что это тут за могилы? Лопату. Детский гробик. Вы нашли меня. Лолетта тоже пыталась меня найти. Но я рада, что вы нашли меня первыми. Лолетте велели сжечь мамочку и меня, но она не захотела. Она хотела играть со мной всегда-всегда. Она поцеловала меня в шейку, и мне стало так холодно, что огонь даже не обжигал. Лолетта думала, что сможет взять меня к себе, но не смогла. Я сгорела. Я устала. Я хочу поспать. Лолетта! Она мертва! Борода из мира! Она... она вампирша! Стой! Она мертва! Лолетта мертва! Лолетта? Я думал, что она ушла к братьям Бури. Ах, моя бедная Лолетта! До ухода так... Ничего необычного. Она стала проводить много времени с Алвой, а ведь еще за неделю до того она ее просто презирала. Кстати, в ту ночь, когда она исчезла, она должна была встретиться с Алвой. Алва мне потом сказала, что она так и не пришла. Я так и не попрощался с ней. Походу, она все-таки встретилась с Алвой. Ты думаешь, что Алва... Но это значит... О боги! По-твоему, Алва вампир? Угу. Нет, ты ошибаешься. А мы сейчас это узнаем. Не может быть правдой. Пойдем узнаем. Лолетта, наверное, утонула в болоте. Я не верю, что Алва как-то замешана в этом. Ты никогда не докажешь это Ярлу. Я надеюсь, что Алва не такая, как исследовать ты дом Алва. Алвы. Окей. Ну, то, что она девочку укусила, это мы поняли. Так, дом Алвы это где? Карта местности. Далеко? Ага, это за зданием стражи. Окей, побежали. Ты смотри, как тут все... Ой, как тут все запутано. Побежали, 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 побежали. Сейчас мы все выясним. Все узнаем. Пока ночь. Надо это все выяснить. Так, здание стражи это... Они тут, во-первых. Вон там. Так, мужики, у вас тут вампиры живут. Прям под носом. Так, ну-ка, чем мне? Во, маркер. Хера не видно. Так, дом Алвы. Адепт. Я его не сломаю. Хотя... Можно как-то еще попасть, нет? Обязательно взламывать?
Мне страж поймать за это. Я не умею взламывать замки, я не люблю, вот в чем дело. Она вообще никуда не двигается, ни влево, ни вправо. О. Угу. Допустим. Ко меня за это будет стража-то сохраниться надо. Так, и чё тут? Кто? Не стоило сюда приходить. Ёбаный враг. Ты уже аж этот, что ли? Это пустяк. Тихо. Так, сожгли. Он, я говорю, околдованный. Напал на первого попавшегося. Окей. Так, хильнемся. Ты смотри. Ключ. Окей, Ай, какой я перегружен-то, почему? Так, что выкинуть? Самый дешевый. Колун. Тоже выкинь. Тоже выкинь. Так, чё? Ага, кража. Не, мне кража не надо. Мне надо просто выяснить, вампир она или нет. Тихо. Так, воровать я не буду. Прочесть бессмертную кровь. Лунные звезды, вампиризм. Ну я все указывает. Раз у нее есть книга про вампиризм, про вампиров, это однозначно. И она его заколдовала, или, может быть, даже обратила. Непонятно в кого. Так, воровать не будем, значит, стража на нас агрится. Так, во, подземелье. Точно, все вампиры живут в подземелье. Кто мало подвал. Гроб. Сука. Гроб. Не вникал бы. Моя жизнь никчемна. Где же принц, кто спасет меня? Где мой отважный воин Нор, что унесет меня на руках? Сегодня, собирая ночные цветы, я встретил мужчину. Он обворожительный, какой-то особенный. Мы целовались под луною. Это было так романтично. Этой ночью я снова с ним увижусь. Теперь я познал истинный цвет ночи. Мавард показал мне истинную тьму ночи, истинный багрянец крови. Он пообещал мне кровавое пиршество, если я выполню поручение в Морфоле. Хрогора было несложно соблазнить. Мавард говорит, что мне нужно найти защитника, который охранял бы мой гроб в дневное время. Хригор прекрасно подойдет на эту роль. Этой ночью меня навестила Лилетта. Она утолила мою жажду, сучка. Я спрятал ее, чтобы потом она восстала, как моя служанка. Я пустила по городу слух, что она уехала из города и присоединилась к армии. Или присоединилась к армии, тупицы. Как вампиры манипулируют людьми, а? Мавард посвятил меня свой великий план. Я должна совращать стражников одного за другим и делать из них... Вот почему она Ты смотри. Тогда другими членами шабаша он нагрянет на Морфол и захватит весь город. Мы не станем убивать их. Они станут нашими скотом для удаления жажды. Сука, вампиры, ненавижу вампиров. Бесконечные запасы крови, целый город, который будет защищать нас от проклятого солнца. Семья Хрогора начинает доставать проблемы. Я велела Лилетте убить их всех, но так, чтобы это выглядело как несчастный случай. Хрогор должен остаться вне подозрений, если ему и дальше быть моим защитником. Вот дуреха. Лилетта живьем сожгла семью Хрогора. Я просила лишь на несчастный случай, а она устроила мне скандал. Как будто этого мало. Она попробовала обратить ее маленькую дочку Хельги, но даже это Лилетте толком не удалось. Лилетту, мы которую убили около гроба, которую... Ну, вампирша. Некромантка. Она убила ребенка и оставила труп гореть с остальными. Лилетте что-то не так. Она продолжает твердить про Хельги. Мне кажется, у нее крыша едет. Она думает, что ребенка еще можно вернуть к жизни и сделать ее напарницей. В городе появилась какая-то незнакомая личность. Наводит справки о пожаре. Надо... Это про меня. Сука, я возьму для того, чтобы ярлу показать.
Сейчас она придет, скажет: ах ты, блядь. Да? Не, воровать мы ничего не будем, потому что стража сразу мне... Так, ну, в принципе, все узнали, да? Дневник я взял, больше тут потайных ходов нету. Надо быть наготове. Это вампирша где-то рядом. А может быть, она ушла из города. Ее... Они целый город хотели поработить. Вот это, да? Так, возьми огонь. Огонь для вампиров это хуже всего. Она пришла за мной? Нет. Так, ну я говорю, она его заколдовала, чтобы он охранял ее гроб днем. Табака. Да, никого нет. Окей, пойдем. Пойдем к ярлу доложим, дневник покажем. Мужик-то, оказывается, был ни в чем не виноват. Он был под чарами. Так, это кто? Ты кто? Если ты собираешься обвинять меня в том, что Палеот. Я приношу в жертву младенцев или ем сердца мертвецов, то не трать зря время. Да нет, я сам маг. Ничего подобного сама. У меня и в мыслях не было. Не-не-не. Я просто хочу жить тихо и спокойно. Иди в коллегию Винтерхолла. Почему вдруг кто-то будет тебя обвинять в этом? Жители Морфола скорее готовы сочинять жуткие сказки про мою жизнь, чем спросить у меня правду. Если им нравится бояться меня в своем невежестве, это их выбор. Но истина от этого не изменится. Почему ты решил обосноваться именно в Морфоле, раз тебя здесь не любят? Иди в другое место, и все, делов-то, да? Любой тебе скажет. В Морфоле может быть очень опасно. Мои здесь вампиры. Таланты угу. Здесь полезны. Я помогаю поддерживать порядок, даже если этого никто не замечает. Понятно. То есть с вампирами, что ли, тоже дрался? Что ты можешь сказать, в каком круге? На болотах довольно опасно. Советую не соваться туда. Пойдем обязательно. А ночью? Я... Шабаш, он же готовил шабаш, и мне, скорее всего, шабаш для нападения на город, около города, около... Он ждал момента. Он обосновал на болотах шабаш с вампирами, некромантами, и ждал нападения, когда вот эта вампирша здесь все подготовит. Видите, у нее какой был план? Всех стражников. Я бы хотел поучиться колдовству. Мы взаимодействуем с великими силами. Нужно соблюдать осторожность. А у меня только денег нет. 300, а у меня всего 241. Ладно. То есть мы будем знать, что здесь Ладно. Живет учитель. Да и зачем ты меч достала? Бери. Ну, к ярлу идет. Стал высокой луны. Я опять пить хочу. Я не понимаю, что так она часто пить-то хочет. Давайте я настройки модов. Потребности. Базовые. А, понятно, накопление жажды. Это тройки, все это четверки был. Вот так вот. Слишком часто она пить хочет. Яблоко. Капустой. Яблоко же должна, там же у нее есть вода. Ладно. У меня уже вообще бухать нечего. Так, ярла, я так понимаю, спит она. Давай! Виновен ли Хрогар? У меня с собой дневник Алвы. Значит, это правда. Вот ведь вероломная дрянь. Морфол у тебя в долгу. Держи. Я обещала тебе награду за расследование этого дела. Но мне все еще нужна твоя помощь. Морфолу до сих пор угрожает опасность. Да-да-да, мы должны шабаш найти. В дневнике упомянут Моворт, старый и могущественный вампир. Мы думали, что он уже сотню лет как уничтожен. Я соберу отряд крепких воинов, чтобы вы очистили логово Моворта. Давай. Они будут ждать тебя снаружи. Окей. Так, про политику мы пока. Ага. Окей, значит, я буду командовать отрядом по нападению на логово вампира. Плюс эта женщина, она там еще, то есть она у Морфола. Давайте мы сохранимся. Там F5 надо нажимать. Зачем? Ну так, более... Мне привычно. Окей, сразу же переходим тогда. Бит от такого лица, та же битва. Третий вы... Мне больше нравится третий... Так, вы со мной пойдете, да? Веди нас к логову Моворта. А я знаю, где это логово. Веду, сейчас поведу. Подождите, мужики, бабы, господа. Ну я говорю на болотах. Пойдемте. Так, все за мной. Убить его. Убить, всех убьем. За мной.
Куда? А, вы без меня? Пойдем, 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 пойдем. Ты чё как ломанулся? Так, нам еще нужен красный горноцвет, не забывайте, он как раз на... Пока за мной бегут. О, все бегут, всей толпой сейчас завалим. Чё ты как быстро бежишь, мужик? Мужик, стой, подожди, я боевую позу приму. Мужик, стой. Ты смотри, Морфл захотел захватить целый город. Ладно, у него хитро, хитро. Если бы не я, все, пипец бы городу был. Вот и первый подвиг нашей Артемиды. Кровь, смотри, вампиры. Пометки крови делают. То, что он бежит первый, умрет первым, это, конечно, понятно. Давайте, мужики. Похоже, это опасное место. Да сделайте же что-нибудь. Где? Кто? Ну это говно все это волки, собаки. Это все параша. Так, мужики, так, все собрались перед ходом. Так, слушать меня внимательно. Ярл назначил меня Куда вы ломанулись-то? Хватит волков-то убивать. Всю живность тут хотят перебить. Так, собираемся, 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 господа. Так, все, 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 все собрались. Все сюда. Хватит убивать там пауков, волков и прочим. Нам главная задача... Значит так, ребята, действуем все сообща, не рассыпаемся. Наша сила в единстве. Вперед. Зачем я убрал меч? В логово идем. В логово вампиров. Не подставляйте шеи, не дайте их, не дайте им вас укусить, и тогда все будет в порядке. Если что, у меня есть магия огня, я буду сжигать этих вампиров. Где все? И один. Эй! Может, поговорить с ними надо было? Наверное. Надо было приказ к атаке сказать. Крипс, чтоб сработан. Они не заходят почему-то. Только я один. Одна. Чего не идем-то? Пойдем. Я просто бедный человек, которому надо как-то жить. А, мне что, придется идти в одиночку? Они трусы, но я нет. Я пойду с тобой. Пошли. Ты храбрец, пойдем. Иди. Окей. Так, кто еще трус, храбрец? Не поддавайся унынию, страшиться нечего. Старые добрые морфы. Понятно, только один со мной пойдет. Давай, Танир, я тебя верю. Танир, если ты все сделаешь грамотно и правильно, я с тобой пересплю. Я же женщина. В игре. Ну хоть один пошел. Этот побежали, до логова добежали и все, обосрались. Вот это защитники города. Вот это я понимаю. Так. Главное. Пауки. Пауки это все говно. Не стрелять меня. Встаю? Нет. Давай вперед, 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 вперед. Отлично. Главное не дать попасть ядом. Ага. Ей. Так, одно завалили. Сейчас стрельнет. Видишь ли на... А где у меня? Принц-то мой. Эй! Его убили, что ли? Так. Давай-ка я... Знаете, что сделаю? Где у меня призыв на троечку? Эй! Успела. Успела. Так, питомец. Нету магии, недостаточно. Так, ждем магию. Я не хочу к нему спускаться, он меня ушатает. Да сколько ж тебе магии-то надо? Давай, стреляй. Твой ядом. Сколько магии-то надо? Ты хорош. Это просто питомца призвать не... Нет. Пошел. Давай, волчонок, я в тебя верю. Она ушатала волка, ты видал? Паучиха хренова. Эй, рыцарь мой, иди дерись. А нет, вон мой волк. Я помогу тебе, волк.
сука. Давай! Давай, мужик! Мужик, давай! Нет! Не трогай меня! Сука, ненавижу пауков. Все, отлично, сгорел. Ты больно херовый защитник-то. Так, я там... И все. О, серебряное кольцо. Хорошо, хоть какие-то деньги. Ну, хоть жив остался, ладно, не убили. Так, подожди, я ману восстановлю и пойдем. Так, тут есть что в паутине-то нет? Вот растяпа. Что значит растяпа? Растяпа, я тут без тебя, можно сказать, дрался весь бой. Так, ладно, пауки это не самое... Что за колокола? Ага, ты кто? Пора покончить с этой глупой игрой. Ну, вот это правильно. Так. 5 по весу все. Так, что по цене? Блин, она более много весит. Ну и все, ничего не буду брать. Очень. Вот вина возьму, потому что пить хотим. Так, можно пойти туда, можно пойти туда. Че? Эй! Зачем мне бьешь? Эй! Я выставлю твою голову на стене! Ты что делаешь-то? Я она его заколдовала, что ли? Мне придется его убить, да? Не бей меня. Отколдовывайся. Сука. Вот так вот ходить. А, убежал. Она его заколдовала, он теперь против меня настроился. Так, ладно, что у нас тут? Тупик. Куда можно пройти? Вот сюда. А здесь просто трупы лежат. А здесь трупы, которыми они питались. Окей. Да, больше тут ничего нет. Как туда забраться? Там проход наверху. Так, ладно, защитник у нас убежал, но его околдовал эта вампирешка, вампирша, и он теперь думает, что мы враг. Ладно, в одиночку справимся. Где? Кого? Тут кто-нибудь есть? Кто-нибудь есть? Это... Пустяк! Хорошо. Трел вампиров. Так, меч. Меч все очень дешевое и ненужное. Ничего-нибудь бы из... Они тут раздевали своих жертв, тут они ими питались. Ты вампиры, собаки. Так, во. Мед. Во, зелье магии. Ай, как хорошо. Что сейчас было? Когда они скадывали трупы, да? Зачем ты взял лопату-то? Вот мечку. Выкинь лопату. Редгарды. Они тут, короче, смотри, всех подряд жрали. Морковку-то я возьму. Ай, так. А вот и главный зал, да? А вон он сидит. Ну чё, так как у меня мой рыцарь, мой защитник убежал, мне придется с ним в одиночку драться, да? Это чё такое? Что это было? Значит... Алва, вот и Алва. Так, вампир-ученик сразу шатываем. Конечно, я их ушатаю, меня два мага атакуют. Смотри, мы Алву нашли. То есть Алва в соседней комнате была. Окей, а чё у меня, почему у меня мой защитник-то убежал, я не понимаю. Ты, эй, дебилоид сраный, пойдем. Или я его магией случайно задел.
Пойдем, 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 пойдем. Сначала с пауками надо справиться. Давай я сразу вот так вот возьму. Опа. Так, вот сюда сразу. Оп. Так, ну с маленьким мы сейчас ушатаем быстро. Теперь пойдем большую дурочку. Она прячется. Так, питомец, атакуй. Тонир, в атаку, идите кто-нибудь. Чего я одна? Это женщина. Девушка. Давай, 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 давай. Ай, нет. Сука. Яд, 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 яд действует. Попала она все-таки мне, эта паучиха, своим ядом. И нахуй. А зельки никаких нету. Слушай, а в ближнем бою я ее не ушатаю один на один. Она сильнее меня. Придется ждать, придется танцевать. Давай танцуем. Стреляй. Так, она вот до сюда только может, да? Сука, прячется от меня, смотри. Хуй тебе в рот. На, падла, гори ясно, чтобы не погасло. Еще получай. А, че, не можешь, да? Не можешь достать меня? Не можешь? Не можешь. А если я спрыгну, она меня уже ужалит. На ближний бой ко мне пойдет. Давай, 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 давай. Не хватит кусать моего рыцаря. Так, ну, уже, в принципе, наверное, можно в ближний бой к ней идти. Страшно, опасно. Не, ничего ты мне не сделал. Ну ладно, давай, не боюсь тебя. Давай, иди сюда, паучиха хренова. Иди, 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 иди ко мне. Хрен тебе в рот. Ай, попал опять. Все, у меня сейчас яд будет действовать. Хилимся, хилимся, хилимся. Слава богу, яд не быстро действует. Я просто бедный человек, которому надо как-то жить. Если бы мог, я бы ехал из Морфола. Ты давай будешь великий защитник Морфола. Мы целый вампирский сейчас клан уничтожим. Ты только не дури. Да хватит меня атаковать-то. Я его магией, что ли, задеваю? Или что? Почему он меня атакует-то? А вы что? Нет, не атакует. Хорошо, пойдем. Дошли там... Показалось, сейчас мы тебя убьем, показалось. Иди сюда. Показалось. Тут кто-нибудь есть? Есть, я тут есть. Хорошо. Эй! А что, умеешь? Умею. Ну-ка, что умею? Да хватит убегать, ты какой ты трус, а? О, в узком пространстве это вообще не тема. Ой, ну и защитник у меня. Что? Ты зачем Куда ты его-то бьешь? Проклятие. Даже взять нечего с этих вампиров. Был бы у меня маны побольше, вообще проблемы не было. Дайте мне какую-нибудь... Ой, как она сгорела. Смотри, реально прямо горела вся. Плащ коричневый. Ничего брать не буду. Но. Так, F5. Так, мы куда шли? Подожди. Мы шли туда. Там ничего нет. Пойдем сюда. Здесь сейчас из земли вылезет. Вот отсюда. А сейчас его нет. Так, тут был я. А, он я прибежал. Бедный человек, которому надо как-то жить. Если бы мог, я бы уехал из... Подожди, здесь было зелье где-то. Так, мед, во-первых. Вон оно. Зелье это вообще... Да и что ты будешь делать? Все, пойдем. Пойдем, убьем сначала главного, а потом этих женщин, его приспешниц. Ты что? Не было, Саня! Я тебе голову сниму! Тихо. Он сосет меня. У него вообще урон не проносит. А, тут еще и другие друзья его пришли. Окей. Давайте, знаете, что сделаем, мужики? Давайте туда, где
Мы с пауками дрались. А то же. Я буду тебя умолять только потом. Беги, дура! Там мы сейчас в ловушку поймаем. Он, по-моему, кого-то призвал. Слышали? Он прям за мной бегут. Вот здесь. Раз и пауки не смогли, то и они не смогут запрыгнуть. А? Да? Да. Обманули мы тебя. Эй, хорош мне кидаться. И сама умрешь. Давай, стражник. Нихера народу у вас. Так, у меня на уровень, кстати. Так, ну мы однозначно берем магию. Так, сотворим заклинание школ за 6 двух рук, увеличивает их эффективность и затраты магии. Но это опять затраты магии. Чё это? Ваше метательное заклинание, у меня нет метательных. Ну давай тогда вот-то. А, нужно 20, а мне 19. Шумолять меня смерть! Так, отлично, приспешники возгорели. Никто не встанет на мою шею. Пауков поднимает. Сука. Вот это сейчас беда будет. Но пауки... Да хорош меня бить-то. Сука. Своим вампирским заклинанием. А, подожди, у меня же есть зелье. Че эту плиту? Оп. Ну чё, сучки? Хрен тебе в рот. Один он остался. Он паука поднял, воскресил. Зелье, 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 зелье. Выпиваем. Ему чуть-чуть осталось. Эй! Хорош. И вообще магии, вообще ее нету. Меня не побить. Ну еще пауки, конечно. Еще что будет меня плеваться? Я еще и пить хочу, и есть. Ну как раз вовремя наша главная героиня захотела. Еще и усталость у нее. Блин, вообще неубиваемый. Паук сдох, отлично. Не подымай больше паука. Он поднимает ту вампиршу, которую мы убили. Трелла вампира он поднял, вон она. Ну ладно, мы стоим, ждем, когда у нас магия. В принципе, здесь хорошее место, они не могут сюда забраться. Так, Трелл упадет рано или поздно, когда магия у него кончится. На него можно сейчас не тратиться. Главный Морфола сейчас завалить, он поднимается. Карим для Нордов, вот это, конечно, вовремя сейчас тут орете. Давай уже падай, как долго у тебя заклинание-то держится? Опа! Как он сюда забрался-то? Он меня высосал. Он меня высосал. Твоей магии на меня бросил. Все, хорош! Морфл или как тебя там? У тебя магия-то вообще когда-нибудь кончается, нет? О, еще женщина идет. Как долго он на меня эту пуляет свою херню? А он женщина, он воскресил ее. Ой, против меня этого еще настроил. Кто? Давай, Торнир, на помощь, там выйди из пещеры, горстка пепла. Ползет, смотри, ползет. Хватит подымать своих, кого мы уже убили.
Мне вообще не подойдешь. Он своей магией высасывает. Блин, сложный бой. Но мы должны выстоять. Мне уже полный хп нету. А у меня зелья у тебя больше нету. Так, можешь волк призвать. Грузовой доспех это бесполезно. У меня электричеством не бьет. Лича у меня столько маны. Ах, сколько у меня сейчас маны? Может, хватит на одного лича? То он мощнее волка-то будет. У меня... А чё так мало? Чуть на мне... Какие на мне эти висят? Усталость. А где я вам посплю? Переходит вампиризм. Меня вампиризм что еще заразил? Хватит подымать! Да пошла ты нахуй, паучиха. Тебя сколько раз можно убивать-то? Вот так нормально он стал. У него вообще мало... Меня вампиризм заразили, это печаль. Тут кто-нибудь есть? Иди дерись! Пошел он со мной в пещеру. Давай, 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 атакуй. О, паучиха в него еще. Все, Морвал почти сдох. О, да ты, вы же сдохли уже. Трелл остался. Во, красавчик. Меня зачем, дебил, дегенерат? Все убили. Жесть, как это сложно. Вампирская броня. Это было съел. Я все свои банки потратил. Треллы тут еще. Так, что за вампирская броня? Вау. Вау, она лучше. Ну-ка. Ну да. Крутяк. Только теперь этот ей не подходит. О, черный плащ. Да. Нихера мы тут оделись. Так, пойдем, да исследуем все там. Может, там что интересное найдем у нее в комнате. Всех мы тут поубивали. Еще усталость у меня, надо спать. Да, но мы всех тут поубивали. Так просто надо исследовать. Какие плюшки лежат. Надо было его сам последний бить. Сначала... Ох, сука. Ну это ученик. Учеников мы только так расшатываем. Да кто там еще? Сколько у вас там? А, так ты жив? А как он здесь оказался? Мы же его там убили. Нет. Да. Только не так. Только так. И это Биг Мак. Он меня куда-то заманивает, смотри. Ты еще будешь умолять. Сука, ты сдохнешь, нет? Убить вампира, хозяина логова, вернуться. Обалдеть. Она, кстати, очень мало весит, вампирская. Кто еще? Алва! Так мы же тебя тоже убили. Запаса магии. Конечно, естественно, запаса магии. Блять, она откуда здесь взялась? Мы же ее ушатали. Они все резнули, что ли, после его убийства? Она сильна так-то. Давай туда, на то наше место, где мы все. Тут народу-то оказывается. И этот мой защитник еще, который умирает с двух ударов, убежал.
Давай Алву убьем, она все это устроила. Этот, как тебя? Куль ты ходишь-то? Сражайся! Ходит он тут. Где она? Ой. Ты, Хадун! Там Алвы меня сейчас чуть нету. Ну, гандобобила. Где она? Иди сюда. Ну кого перетыкает, что ли? Магией. Мне казалось, я просто симпатичная мордашка. Не стреляй меня. Блять, магии нету вещи. Хуль, блять, за мага играть стал, магии нету. Как играть за мага, если магии нету? Нет! Не стреляй. Давай, давай, дерись с ней. Дерись, 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 дерись. Бей ее, бей ее, бей ее. Все. Кончилась у меня. Жизненная сила. Да я сейчас сдохну. А, твоя мать не достает до сюда. Моя достает, смотри. Опа. У меня магии нету. Я здесь и замочил твоего главного. Я не понимаю, как он там оказался опять. Блин, мы так ее долго будем бить. У меня магии-то вообще нету. Есть шанс, что встанет мой спутник когда-нибудь. Еще раз ей пару раз треснет. О, как это будет приятно. Разрушение повышается. Теперь я могу применить навык? Да. То есть оно еще меньше у меня будет жрать ману. Спутник мой, мой малыш, зачем ты не дерешься? Почему, точнее, ты не дерешься? Давай, ёбни топором-то пару раз. Он убегает, обоссался. Тебе казалось, я просто симпатичная мордашка? Сейчас, подожди, у меня манна восстановится. Мы с тобой... Хорошее место, если бы не это место, все, мы бы не выполнили этого. Тебя в одиночку, по сути, дрожался тут совсем. Магом хорошо играть, когда есть вот такие места. А один на один маг очень-очень быстро умирает. Чего у меня брони никакой нет? Тряпки ношу. Магу надо в основном зачарованные все носить. Но маны вообще катастрофически не хватает. Без зелий даже делать нечего. Стоять! А, вот куда они все убегают. Видимо, у них там... Они сейчас с крови пососут и силы себе восстановят, да? Все, Ялу замочили, отлично. Ключ. Зачем? Проклятый камень душ, септимы, прах. Жало брать не буду. Так. Пелье возьмем. Сыр возьмем. Сыр возьмем. Но... Но... Ива. Ой, так. Перегруз. Опять перегруз. Медведь зачем с собой таскает? Но это, мне кажется, еще не все. Так. Это моя награда, я так понимаю. Трон. Здесь сидел этот главный вампир, главнюк. Так, что у нас здесь? Я говорю, это еще не все. Вот этих вампиров. Эй! Когда он мне успел столько хп снести? Хорош мне стрелять. Где он? Я застрял. Где он там? Не достаю. Какой толстый. Ты чё какой толстый?
Их ты, блядь. Отлично. Я был на грани смерти. Так, лук возьму, стрелы возьму, отмычку. Да опять я перегружен. Да вы серьезно, что ли? Да что ты будешь делать-то? Так, вот это зачем с собой таскать? Выкинуть. Выкинуть. Выкинуть, выкинуть. Выкинуть, выкинуть. 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 Вот сколько всякого говна. Так, кошель. Стрелы можно взять. Так, вина я уже набрал, хватит. И смотри, тут целый город вампирский. У меня, в принципе, нет задания. Ты... Ага, все, я понял, где я оказался. Сложно. Сложно за мага играть. Кто-то писал, ну, за мага легко. Ага, легко. Нет, легко, когда ты стоишь вот в таких местах, где тебя никто не может достать, тогда легко. Один на один за мага массовый паралич возьмем, стрелу возьмем, это возьмем. Так, слабый яд возьмем, книга Доэдра. Возьмем. Так, мне надо поспать. Я бы... 5 часов. Потому что у меня усталость у главной героини. И усталость прошла. Вы чувствуете, что хорошо отдохнули? Замечательно. Так. Я всех убил вампиров или нет? Я прям это, как она. Артемида, истребительница вампиров. Шлем он мне не нужен. А что это такое? Говядник мы возьмем. Можно потом пожарить. Так, пойдемте в другой зал. Там, где была эта женщина. Альва, Алва. Ну тут никого, все тут. Или лечение, ну, и мед, что в комоде. О. Блин, с этим модом теперь реально надо идти куда-то на битву. Это... Чтоб ты... Опа, сапоги. Они зачарованы, их можно разбирать. Так, месяц восхода солнца. Навык иллюзии повышается. Взять. Эптим бумагу брать не буду. Так, обычные сапоги мне не нужны. Так, ну все, получается, зачищено, да? Да, очищено, логово. Это было сложно. Не, за мага, по крайней мере, в самом начале играть очень сложно. Из уязвимых мест, вот таких, где тебя никто достать не может, они просто меня ушатывают. 2 удара, и я труп. Нет, если бы со мной все пошли, все, кто ринулся из деревни, там волшебница была, я помню, орк с нами был с двуручным топором. Если бы они все за мной пошли, а не один, который... Ну, он реально, что он один сделать, его тут окружали... Плюс надо было сначала по всем комнаткам забежать, потом мавров-то били. Потому что как только мы мавров-то начали бить, а он всех их созвал, и они все прибежали. Да, если бы не вот это место, мы бы никогда бы не выполнили. Это сложный квест, кроме в начале. Когда у нас ни зелье, ничего, ни манны, ни здоровья, по сути. Мы говно. А зато мы новую вампирскую одежку нашли. Я так не понимаю, меня заразили вампиризмом или нет? Так, не туда. Уменьшение здоровья. Уменьшает здоровье 50%, переходит в вампиризм. Сингвинаре вампирис. Получается, да. Мне надо срочно вылечить. Это надо к какому-то алтарю. Опа. Мама зовет. Мне пора спать. Я так устала. Спасибо, что теперь маме стало лучше. Окей, мы помогли, видимо, истребив вампиров. И им душам успокоиться, и они теперь туда, на небо, вознесутся. Надо как-то вылечить это вампиризм-то. Видимо, меня успели укусить.
Хули вы со мной не пошли-то, а? Дебилы. Старые добрые морфольцы. Старые добрые. Оценят мой талант. Добрые старые. Красного горноцвета что-то я не вижу. Полно, вот бегал в самом начале игры, было полно красного горноцвета. Сейчас ни одного нету. Пить она опять хочет. Да заебала. Вон венца. Травы ножки. Что-то я у них тут не увидел ни кузницы, ни... А, вот. Ну-ка. Что могу делать? Вампирская броня мини. В смысле мини. Так, накидки. Бурдюк. Как делать бурдюк? Полоска кожи и кожа. Нужна полоска кожи. Кожа. У меня ни того, ни другого нет. Ага. Кожу делаем. И полоску кожи. Еще кожу. Во, пустой бурдюк. Окей. Еще полоску. Кожу. Бурдюк. Хорошо, еще кожу. Полоски. Кожу. Бурдюк. Чтоб больше воды за раз давало. Все окей. Спасибо. Так, пойдемте. Мы такое дело сделали. Мы не просто убили там какого-то вампира. Мы целое. Не двигаться. Приказ ярла. Умница. А теперь пошли в замок. Весь краденый товар мы конфискуем. И гуляй. Я ничего так, не воровал. Когда я успел воровать-то? Что мне забрали? Одежду вампира мне не забрали? Нет. Что-то воровал. Хотя не помню, что я что-то воровал. Я вам целую деревню спас. Они меня, это... В тюрьму хотели посадить. И письки. Ярл, я такое дело сделал вообще обосраться. Там целый был шабаш огромный. Очень много вампиров было. Я в одиночку, по сути. Он мне нихера не помогал. Он все время только валялся полудохлый. Только посмотри на себя. Если бы все были такими, как ты. Клянусь восьмерыми, я не думала, что ты с ним справишься. Теперь... Мы сможем, наконец, оставить прошлое позади. Прими это в знак нашей благодарности. 400, хорошо. Окупило мое воровство. При дворе есть покои для нового Тана. По большей части это просто почетный титул. Но и у него есть несколько привилегий. Однако даровать этот титул я могу только тому, кто известен в моем владении. Помогай моим людям, тогда я сделаю тебя Таном. Удачи! То есть я спас всю деревню, это считается как за один раз. Ладно. Ладно. Я вас поняла. Я вас... А чё, какие у меня тут ещё квесты есть? А больше ничего нету. Ну ладно, мы, в принципе, разобрались очень плохим заданием. Сейчас сколько время? Вечер. Давайте-ка я посплю. До следующего утра. Это получается 13 часов. Пропачка дадим. Чтобы, так скажем, восстановиться. И мне надо этот идти, искать город, где есть храм. И у алтаря, наверное, помолиться, чтобы снять с себя болезнь-то вот эту, вампирскую. Это еще... Что тебя беспокоит, дорогой? Это еще не вампиризм, но...
Да ничего. Но все это хорошо. Плохо, мне на 50% режет это здоровье. А в этой деревне, я так понимаю, никаких храмов, никаких алтарей нету. Лекарей здесь тоже нету. Вот это кто в белом плаще? Это же не просто в белом плаще он так ходит. А, понятно, просто стражник. Но тут реально ничего больше нету. Все. Хижина, дом. Дом. Таверна. Зал. Стража. Я не знаю, где тут еще троим надо помогать. Маг у меня ничего не попросил. Помощь. Хм, да? Этот ничего не говорит. Давайте еще раз в магазин зайдем. Не, он закрытый, потому что очень рано. Давайте тогда так. Получается, нам нужно найти крупный город. А крупный город ближайший — это либо Данстар, либо Солитьют. Солитьют, наверное, самый такой крупный. Потому что мне надо много вещей продать. Здесь броника нет, кому я продаю вещи. Давайте так. Добежим до Солитьюда. И на сегодня, собственно говоря, закончим. И... он. Метку поставь. Поехали. Прям напрямую пробежим быстренько. Сейчас 6 часов утра, 7 утра как раз будет расцветать. Мне надо найти крупные магазины. Мне надо найти по пути, кстати, собирать красный горноцвет. Хрен я его... Почему ты мне... Тебе же помощь нужна, но он мне никаких квестов не дает. Мои таланты не... Морфл неспокойное место. Только обучиться можно колдовству. И мой долг поддерживать тут порядок. Окей, так, бежим. Бежим, Солитьют. Собираешь? Болотный стру... Во, стручки, по мне нужны еще. Стручки и красный горноцвет. Так, я вижу грязи краба. Ну ладно, мы трогать не будем. Хотя почему не будем? Куда он делся? Корень. Отвалил. Отвалил от меня. И ты смотри, прицепился за мной, а? Чего они все какие прицеплячие? Кстати, можно жрать, поэтому мы это берем. Так, корень Нирну слышу. Окей. Так, а нам туда, вон на той горе, я так понимаю, этот город. Это, по-моему, столица имперского легиона. Как я помню. Это что такое? Ой, нет, туда мне идти сейчас точно не надо, мы сюда потом сходим. Это какое-то подземелье, да? Ой, кто-то там ходит. Ну-ка, F5. Там ходит кто-то. Очень страшный. Чудище, мяучище. Кто? Вы охуели, что ли, безобразники? Это кто вообще? А, их вообще огонь не берет. До свидания, до свидания, до свидания. Я сказала, до свидания. Вот это пиздец. Безобразники какие-то, вы видали? Это что еще летает тут? Да вы отстаньте от меня, нет? Да ебут. Их огонь вообще не берет, а у меня кроме огня ничего нету. Да хватит, вы отстаньте от меня, тут вот предстали. Они вообще не отстают. Обычно монстр там с какой-то расстояния пробежишь, они отстают от тебя. Это вообще не отстают. Что за безобразники? Бред вообще какой-то. Ты, блядь, пиздец. Бежишь, бежишь от них, им похуй. И вообще урон не наносим. Видимо, надо с каким-то... А у меня ничего нет, кроме огня. У меня ни молнии, ни холода, ничего. Где этот город сраный? Где у него бежать-то можно?
Каких только хреномантий не встреч на этом Скайриме. Просто от города до города добежать, все уже, полная жопа приключений. Я там видел круг камней. Вот что я хотел подойти-то. Там же нам дадут знак какой-то. Это что там за лошадь? Что за монстры? Целая гора. Ты кто? А, ну он меня боится. Ладно. Вон круг камней. К нему же можно прикоснуться и получить какие-то плюшки, бонусы. Да? Ты кто это опять, блядь? Метла крыс, ладно, это говно. Гуар какой-то. Гуар, это что? Ой, кого здесь только нет. Кого здесь только нет. Мясо гуара жрать можно. Где этот сраный круг камней? Так, круг ученика, хорошо. Знак ученика. Ну давай. Так, благословение знака ученика быстрее снимает магическую энергию. Вот. Запускай луч космос. Хорошо, знак ученика активировали. Ошибись. Все, больше мне тут делать нечего, меня тут убивают. Да? Вон, ой, форт какой-то. Да тут полно всего, тут я не знаю. Действительно, скорее он богат тем, что шаг влево, шаг вправо, уже какие-то приключения. Очень насыщенный мир. Все, бежим. Опа, кто-то живет, смотри. Только не надо говорить, что вы злые. Я уже хочу просто добежать до города и... продаться, раздеться, отдохнуть и... Опять какие-то некроманты. Смотрите, скелеты валяются. Все в крови. Тела какие-то, кости обглоданные. Книга. Сход. Восстановление повышается. Взять. Уровень хорош. Ой, давайте в магию по-прежнему. Восстановление можно там что-то, да, чтобы оно быстрее хилило. Разрушение, так у нас тут все хорошо. Так, заклинание, вот, тоже надо. Не забывать. Еще надо, которая это магия призыва, как она тут называется. Чтобы я волков-то вот этих всех призывал, тоже не так дорого. И на большее время более мощными их. Это, кстати, что надо качать будет? Колдовство, что ли? Да, все поднятие нежпы. Вот что еще, колдовство надо будет тоже вложиться. Зелень... Я что-то не видел красного горноцвета. Реально. Он, видимо, в этой местности не растет. Так, ну корабль это мы, видимо, в порту уже в Солитьюде. И он практически добежали. Крабы. Да. Что это за место? Видите, колокольчиков у меня уже полно. Так, ладно, поплыли. Фу, наконец-то мы до цивилизации. Корабль-ка. До цивилизации дошли. Не, полная жопа приключений, конечно, в этом Скайриме. Куда ни плюнь, везде кто-нибудь будет. И солнышко как раз светает. Давайте вот здесь вот мы с вами закончим, потому что сам город... Время мы потратили много. Говорят, что я получила эту должность только потому, что мой кузен император. Полная чушь. Я добилась... Ой, солнце. Я не хочу быть вампиром. Хотя я в вампирском сейчас броне.
Давайте так, мы сегодня с вами закончим. Сегодня с вами помогли целой деревеньке. Спасли от шабаша целых вампиров. И еще раз хочу сказать, что за мага вначале играть, по крайней мере, мне очень сложно. У нас вообще нет нему, реально никаких нет заклинаний. Может, мы сейчас найдем магазинчик, где можно какие хотя бы молнии, там, я не знаю. Вот видите, мы напали на монстров, которые полностью уязвимы к огню. И все, мы им ничего не сделаем, потому что у нас кроме огненных заклинаний ничего нету. И вампиром не становись, давай. Кстати. Вот. Всем спасибо за просмотр, всем спасибо за комментарии. Как говорится, всем удачи, всем пока. Встретимся в следующей серии. Уже войдем в город и как следует отдохнем.